С 1 июня тариф на голубое топливо для конечных потребителей может снова вырасти. Молдовагаз обратилась в НАРЭ с просьбой повысить его до 24 леев за 1 кубометр. В компании обосновали такую необходимость с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений. Запрос главной газораспределительной компании был отправлен в НАРЭ 2 дня назад. Согласно представленным расчетам, тариф за 1 кубометр голубого топлива, поставляемого по сетям низкого давления, предлагается повысить с 14 леев 6 банов до 22 леев 22 банов без учета НДС или на 58% по сравнению с действующей ценой. С налогом на добавленную стоимость тариф для конечных потребителей может составить 24 лея 7 банов. Молдовагаз предлагает ввести скорректированные тарифы с 1 июня и поясняет необходимость ростом закупочной цены и тарифными отклонениями. Это решение находится в строгом соответствии с законодательством. Оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и таким образом обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком, отметили в компании. Ранее глава «Молдовагаз» в одном из телеэфиров заявлял о целесообразности повышать тариф в летний период года, а в начале отопительного сезона, наоборот, понижать. Предлагаем вариант таким образом это сделать, чтобы именно нагрузка на потребителя не была существенной. Это можно сделать, если будем применять двойной тариф в течение года, то есть по нашему предложению. То есть это должен быть весенний и летний тариф, он должен быть чуть выше, но при этом мы знаем, что потребление меньше, нет большой нагрузки для потребителей. Допустим, если сегодня 15.49 по сегодня же рыночной цене, то мы должны уже сейчас иметь для конечных потребителей цену 21 лей, но потребление меньше. В октябре, 1 октября, когда начинается отопительный сезон, непосредственно 4-й квартал, где у нас цены по формуле и по контракту, там нефтяная составляющая намного выше, соответственно, цена закупки будет меньше, вернуться к цене, допустим, 15-16 леев. То есть это примерно тот же тариф, который сейчас есть. Запрос «Молдовагаз» поступил на фоне снижения майской закупочной цены на голубое топливо по отношению с апрельской до 919 долларов за 1000 кубометров. Согласно протоколу, подписанному прошлой осенью, до 20 числа компания должна авансом оплачивать часть потребленного за текущий месяц природного газа. В мае этого сделать не удалось, поэтому «Энергоком» накануне купил у «Молдовагаз» 24,5 миллионов кубометров голубого топлива для последующего хранения, как того требует закон. Об этом Вадим Чебан сообщил в своем телеграм-канале. Сейчас тариф на природный газ для конечных потребителей составляет 15 леев, 18 банов с учетом НДС за 1 кубометр. Решение было принято в конце января, а тариф начали применять задним числом, начиная с 1 января.